Из резервного фонда Чувашии выделены средства на поддержку пострадавших от пожара в многоквартирном доме по улице Разина в Канаше. 106 жителей уже получили единовременную выплату в размере 10 тысяч. В связи с частичной утратой имущества дополнительная финансовая помощь по 50 тысяч рублей оказана 5 жильцам. Один человек в связи с полной утратой имущества получил 100 тысяч рублей. Люди, которые остались без крова, размещены в пункте временного, получается, размещения. Это одно из общежитий города и плюс в гостинице. Люди обеспечены горячим питанием. Сейчас ведется работа по привлечению подрядной организации, которая начнет заниматься восстановительными работами. Заключение строительной экспертизы уже имеется по конструктиву, который подлежит замене, и какие виды ремонтных работ надо будет нам осуществлять.